проводим процедуру вакуумного промывания небных миндалин. Открывайте, пожалуйста, рот. Не бойтесь, не волнуйтесь. Присасывайтесь к небным миндалинам. С правой стороны. Пробочки есть. Сплевывайте. Промывание занимает всего несколько секунд. Присасывание поочередно. То справа, то слева. Хорошо. Давление выставляем такое оптимальное, не очень высокое. И все содержимое уходит у нас в медицинский отсасыватель. Хорошо. Делаем такие короткие наскоки. Ну, ровно столько раз, сколько нужно, чтобы все содержимое, которое находится в толще небных миндалин, вышло наружу. Аппарат работает по типу моющего пылесоса. Стерильный раствор, в данном случае это раствор фурцелина, устремляется в толщу небных миндалин. Под давлением забирает козиозный детрит. И вымываем все это по другому каналу. Все содержимое уходит в специальный резервуар, а пациент сплевывает слюну. При условии, что рвотный рефлекс не выражен, то процедура переносится абсолютно комфортно, поскольку насадка тоже комфортна для пациента, не обладает никаким травмирующим действием, и это очень хорошо. И мы движемся сверху вниз, сейчас мы уже будем охватывать нижний полюс небной миндалины, это очень хороший. Ага, хорошо. Это вызывает такой небольшой рвотный рефлекс, поскольку мы вынужденно надавливаем на корень языка. Все чисто, отлично. Все, что было, все удалили.